Смотри, какая обувь интересная, с двумя шнурками, затейливая такая. Ну что, собираюсь сегодня на встречу с подружками и хочу показать свой лук. Эти кроссовки я одену сегодня на себя. Все-таки нужны детали, поэтому одеваю вот такие носочки серые под цвет своего серого лука. Так, вот такие мои кроссовочки уже на мне. Это у меня брюки Zara. Зара рубашка, и на мне также маечка под низ. Вот так вот я выхожу, сверху я одену пуховик, я вам сейчас покажу. Смотри, я одела пуховик дизель и выхожу. Сегодня на улице у нас прохладно, но я все равно возьму с собой очки. Сейчас я выберу, какие из них я возьму. Но скорее всего, что это будут какие-то темная оправа, а светлая, вообще на самом деле, здесь прозрачное стекло. Вот где-то так я буду выглядеть. Ну что, до встречи с моими подружками. Входим в такой прекрасный ресторан. Новенький у нас. Интересный ресторанчик. Заходим мы сюда. Посмотри, как здорово сделали из старого дома. Такой вот интересный, загадочный. Это дверь, кстати, чтобы вы поняли, это не шкаф, это так оборудована дверь. Поднимаемся. Такой, смотри, интересно, тут у нас для антуража столик интересный. И я сейчас покажу, какая я. Привет, привет. Вот такая красота здесь у нас. И говорят, здесь есть вип-зона. Мы зайдем, посмотрим вип-зону. Дайте, дайте нам снять вип-зону. То есть мы придем сюда когда-нибудь отметить красиво день рождения. Ничего себе, шикардос, какие красивые у нас зеркала, прям супер. Какие элементы. Очень интересно. Наконец-то, но у нас красивый и такой затейливый ресторан. И красивый, и затейливый. И вид такой красивый с окна. Прекрасно все. Еще мы посмотрим, как классно. Смотри, на стену положили паркет. Ой, обалдеть. Паркет, типа, ну, типа паркета. Много зеркал. Вообще замечательно.